2 недели назад я приехала с чемпионата мира из Милана и привезла для России и Новосибирска победу. Я являюсь судьей на конкурсе парикмахеров, молодых талантов, Институт водного транспорта, и из ГУПС, и Пединститут. То есть интерес достаточно большой у молодежи. Мероприятие закончится показом работ и дефиле, и выбором жюри. Здесь проходит одно из направлений городского фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая осень». Это направление «Модная стильная прическа». Молодые конкурсанты со своими моделями, которые готовят прически, которые сейчас очень модны среди студентов. Есть понимание того, что помимо основной профессии, которую они получают у себя в учебном заведении, это педагоги, это медицинские работники. Закончив институт, имея основную профессию по диплому, они потом могут работать и, конечно же, мастерами парикмахерского искусства. Прическами занимаюсь, наверное, больше 2 лет уже. Я этим занимаюсь буквально с первого курса университета, потому что всем девушкам нужно... Хочется прийти, показать свою красоту. Они как бы все растрепаны, утром собираться всем лень, и все приходят, и давайте заплетем. И поэтому, когда узнали про этот конкурс, они меня толкнули, типа, давай покажи свое, на что ты способна.